друзья. Я приехал за 1 евро в центр Вильнюса. Это старый город. Я сейчас с открытой головой буду разведать старинный город Литвы. Здесь будет очень интересная советская архитектура. Смотрите. Здорово путешествовать, а не сидеть дома в квартирах и в домах сидеть. Здорово. Вот старый город. Здорово. Красиво очень. Вот магазин сувениров. Сувенираи по-литовскому. Вообще, это так круто. Старый Вильнюс, ребята. И вы знаете, мы всего лишь 35 или 40 километров от Беларуси. Смотрите, тут красивая церковь. Смотрите на год. 1633 год. Смотрите, какая красивая люстра в доме. Интересно, если будет написано, на каком языке. Вот, на русском языке. Православный свято или свято ду, наверное, старый русский язык. Вот какой-то храм, он сейчас закрыт. Здорово, красивая церковь, действительно. Вау. Давайте поближе посмотрим.
здорово. Мои глаза радуются. Очень радуются архитектурой. Красота. Ресторанос Мединкай. Очень романтично. Посмотрим сейчас, какие флаги здесь. Хорошо, литовский флаг. Наверное, городской флаг и Европейский Союз. Мединкай ресторанос. Красота. Вау. Красота какая. И я свободно разговариваю на русском. В этом плане проблем нету. Вау. Обалдеть. Ну, молодцы литовцы. Обалдеть просто. Я в шоке. Какая красота. Восторг просто. Вот здесь кирпичная дорога. Представляю, сколько денег берет, чтобы поддерживать вот эту старинную архитектуру древних времен, которая в 600-х годах. Тут, наверное, Европейский Союз и другие страны Америки, наверное, помогают поддерживать это. Потому что это сколько денег нужно, чтобы сохранить архитектуру такую.
Как же раньше все было красиво, а сегодня строят картонные дома, пустоту. А как красиво было раньше. И люди все испортили. Сколько деталей было в каждом окошечке. Гомеле тоже драмтеатр имеет такие вот прекрасные колонны с такими деталями. Красота просто. Пойдем дальше. Не могу насмотреться на эту архитектуру. Сейчас посмотрим еще тут в деталях. Американский флаг висит. Что же вы думаете? Как без этого флага? Флаг хозяина Литвы. Ладно. Пойдем дальше. Опять не понимаю, зачем вешать украинский флаг. Причем тут украинский флаг в Литве? Ладно. Здание было сделано в 1906 году. Вон какие классные двери. Филхармония, наверное, какой-то классический театр. Литовский флаг. Вот это я понимаю. Вот тут украинский язык. Литовская национальная филхармония дает помощь людям, которые пострадали из-за войны в Украине. Дается бесплатный доступ до концертов. Гражданины Украины, особые, которые их сопровождают, могут бесплатно. Ну, все понятно. Ладно, мы не будем касаться политикой, будем сегодня больше внимания на архитектуру смотреть. Архитектура 16 века.
Да, это, наверное, мое самое любимое здание из всех. Безусловно. Пойдем дальше. К старому городу. Интересно, как кто-то залез наверх и нарисовали граффити наверху. Язык. И литовский язык. Там просто тикрой еще на году присутствует. Красота. Как Париж. Красиво, очень красиво. Ну и украинский флаг. Какой-то старенький дедушка древний. Не знаю никакую историю о нем. Если есть какие-то литовцы, пишите мне с добром и объясните мне, кто этот добрый дядя.
идем сюда. Здесь такая узенькая уличка. Вот улица. Казимиеро. Ресторан. Здесь такие ворота, как в древних времен. И вот. Здорово. Вот тут, понятно, Вильнюс, гимназия. Вот тут.
велосипед по-литовскому. Искирус. Искирус. Не велосипед, а искирус. Стебима ва издо камеромис. Я уже отошел чуть-чуть от центра, и уже намного меньше людей тут стало. Тут тоже есть камеры. Сейчас пойдем посмотрим, куда эта улица принесет меня. Я вот просто не понимаю вот этот граффити. Кстати, сейчас 21:06 вечера, то есть 9 часов. Потерянный котик. Катинас. Катино на мои сенамиес. Я даже не буду стараться.
Дмитрий Левкович, Украина. Концертос. Thank you.
сейчас 9:30 вечера. Тоже цветочки на балконах. Вот Европа, ребята. В Америке нету такого. Там только картонные дома и Walmart'ы и McDonald's'ы на каждом углу. Пицца. Честно говоря, меня этот украинский флаг уже достал. Зачем столько пропагандировать? На каждом углу, на каждом здании. Вильнюсская галерея. Вот русский язык. А, это... Думаю, русский обрадовался, тут украинский язык. Это воскресенье. Да, жизнь тут кипит. В этом центре жизнь кипит. Да, красота.
Это, наверное, что случилось во время Второй мировой войны. Город не заканчивается, он продолжается, продолжается и продолжается. Посмотрите, он никак не кончится. Я думал, тут только одна уличка будет, а тут нужно всю ночь гулять, весь день, чтобы все увидеть. Люди, какие свиньи, обрисовали старинные фотографии с этим граффити. Как бы вот Литва не была красивая в центре, в старинном месте, но граффити все равно везде. Я официально буду называть Литву страна граффити, потому что тут граффити на каждом шагу. Почти на каждом здании. Как я вам говорил, без граффити никак. Эх, эти люди. Смотрите, какие флаги. Вот белорусская православная
церковь. Дождик идет, мне надо запрятаться. Вот буду здесь стоять, пока дождик успокоится. Thank you.
вроде бы я нашел мой путь обратно. Здесь повернуть направо и до остановки автобуса.
вот это здание. Друзья, я ухожу, мне надо добираться до дома. Я сейчас буду выходить из старого города. Полюбуемся последний раз. Буду уже идти в свой номер. Вот я вышел из города. Вот эта вот стена старого города.